40 лет теплотрасса в микрорайоне Московском верой и правдой служила местным жителям. Но время шло, трубы ржавели, в них появились трещины. Пришло время ремонта. Из-за того, что теплотрасса проходит в непосредственной близости от жилых домов, неудобств при ремонте хватает. Однако уверенность, что эти работы гарантируют в будущем горячую воду в кранах и батареях, местных жителей, несомненно, радует. Это ж продлит жизнь поселка еще дальше. Почему? Потому что новые трубы это на несколько десятков лет продлит это все. И все время будем с горячей водой, с отоплением. Так что это радует нас, естественно. По словам представителей компании-подрядчика, теплотрасса в микрорайоне не менялась с 1979 года. Капремонт на данном участке тоже не проводился. Соответственно, трубы тут в очень плохом состоянии. Есть факты налицо, порывы. Вот мы откапываем сейчас теплотрассу. Есть порывы, которые ведут к потере теплоносителя, а это убытки. Убытки населения, убытки агрокомбината. Вот мы стараемся содержать эту теплотрассу в рабочем состоянии. Когда мы поменяем эту теплотрассу, значит, у нас будет гарантия, что еще на ближайшие 10-15 лет труба будет лежать, не будет порывов, и у людей будет постоянная подача горячей воды, теплоснабжения. Реконструкция идет поэтапно. Уже через неделю рабочие приступят ко второму. На сегодняшний день у нас здесь работает на этой теплотрассе 3 единицы техники. Как вы видите, один экскаватор и 2 самосвала. Завтра, суббота, но у нас выходят еще 2 экскаватора и кран будет с нами работать. Общая длина теплотрассы составляет 140 метров. Ну, работать будем выходные, суббота, воскресенье, с утра до вечера. Будем стараться закончить побыстрее. В свою очередь хочу попросить местных жителей, чтобы они отнеслись к нам с пониманием, потому что объем работ очень большой, и будем стараться закончить его побыстрее. По мнению специалистов, новая теплотрасса безаварийно прослужит минимум 10-15 лет, а нынешние работы на данном участке планируют завершить в течение ближайших 3 недель. Айгуль Баранукова, Радамир Князев, Архыз 24.